Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Захотелось мне креветок, таких, знаете ли, острых, чесночных, ярких, имбирно-медовых. Надо готовить. Еще в прошлом году купил коробку замороженных по акции. Это сырые креветки, такой вот сорт. В сыром виде они красные. Да, честно. Регулярно под подобными роликами возникает 2-3 мудреца, которые с пеной у рта доказывают, что все сырые креветки в мире серые. Друзья мои, мой вам совет, чтобы не выставлять себя в глупом свете, наберите в гугле соответствующий запрос. Почитайте, не смешите окружающих. Есть куча пород, которые в сыром виде красные, некоторые из них особо вкусные. Причем есть такие, которые вообще по 120 евро за килограмм продают, настолько деликатесными считаются. Короче, креветки я медленно разморозил. Сейчас пора почистить и замариновать. Ненадолго замариновать, минут 15-20 им хватит. Не такие уж они и крупные. Панцирь не выбрасывайте, замораживайте. Наберется достаточное количество, можно будет вот такой вот биск приготовить. Ссылку на канале оставлю. И в описании под роликом тоже смотрите. Мировая штука. Кроме того, понадобится имбирь. Лучше, конечно, свежий, но можно и сухим обойтись. Будет не совсем то, но тоже неплохо. Чеснок обязательно. И смешать. Соевый соус, чили перец с хлопьями, нарубленный чеснок с имбирем и немного кунжутного масла ароматного. И сюда отправляются креветки. К таким вот острым, сладким, чесночно-имбирным хорошо бы добавить что-нибудь нейтральное и что-нибудь освежающее. В качестве нейтрального у меня будет рис, воду посолить, конечно. А в качестве освежающего брокколи. Такая капуста, на мой вкус, хороша в слегка прижаренном виде, так, чтобы с одной стороны она была слегка-слегка подрумянена, а с другой стороны оставалась еще практически сырой. Подожду 10 минут и продолжу. На сковороду немного, опять же, кунжутного масла и выкладываю брокколи срезом, то есть с плоской стороной вниз. Важно, не надо пережаривать. Немного сбрызнуть рисовым уксусом, чуть-чуть для кислинки и немного соевого соуса для яркости. В нем соль, а соль – это усилитель вкуса, вы знаете. Смотрите, подрумянилось слегка, значит, пора снимать с огня. Ну и рис тоже готов. Какой именно рис брать и каким способом готовить – вопрос ваших вкусовых пристрастий. Хотите басмати, используйте, хотите жасмин. Я взял среднезерный и варю его в избытке воды. Ну и пора уже заняться креветками и соусом к ним. Чтобы проще было на сковороде вертеть, насажу на шпажки. Опять же, на шпажках подача эффектнее. Обжаривать буду на той же сковороде, что и брокколи. Теперь с соусом, он же глазурь. Так, здесь у меня креветки мариновались, и чеснок с имбирем и перцем уже всеми своими вкусами и ароматами пропитали все. Надо процедить. И теперь меда сюда. А теперь доводим до кипения и упариваем до желаемой густоты. Загустевает моментально. Креветок много не надо.
немного кунжута для красы. Ну и лук с чесноком неплохо добавить, я считаю. Стебельков нарезать, я имею в виду. Наборчик, конечно, получается не для романтического свидания. Так, ну и начну я пробую, естественно, с креветок. Слушайте. Слушайте, я считаю, что для креветок сочетание имбиря, чеснока, красного острого, очень острого чили перца, соевого соуса и масла кунжутного – это великолепное сочетание. Обожаю. Это очень классно. Ну, конечно, мед создает такой мощный контраст всем этим вкусом. Очень классное сочетание. Прямо вот классное. Приготовьте так. Так, ну и теперь я пройдусь, естественно, по брокколи. Мои нежно любимые. Обожаю вот эту вот закуску, этот гарнир. Смотрите, какой вкусманчик. Вот мне больше всего в нем нравится, что сочетается одновременно и подпеченная часть с таким характерным ароматом, и оставшаяся практически не готовой, как будто сыроватая. Она не совсем сырая, конечно, она слегка мягче стала, но все-таки еще такая, как после стир-фрай. Это... Классно, я считаю. Важно добавить соевого соуса и чуть-чуть рисового уксуса. Рисовый уксус, который уже подготовлен для суши, то есть тот, который с добавлением сахара. Это классно. Потому что просто обжаренная брокколи – это неплохо. Но вот когда соевый соус и вот такой вот уксус рисовый, специально для суши, это классно. Так, ну и по рису. Рис для того, чтобы всю вот эту вот остроту, яркость и прочее немножечко сгладить. Слушайте, классно, просто, недешево, конечно. Креветки – дорогая штука. Но иногда побаловаться можно. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока. Приветусик.